Всем привет, ребята, с вами я, Бомжик Аид, и сегодня начинаются мои приключения в этой деревне. Да, жизнь у меня сложилась весьма так себе. Когда-то я был успешным летсплейщиком, снимал свои видосы, но потом про меня забыли, меня перестали смотреть, и сейчас я, к сожалению, не на высоте. Живу я в этой канаве, но я решил, что с сегодняшнего дня нужно браться за голову, да. Тем более главный бомж Нюкем сказал мне, что можно подняться, если встать на истинный путь. Поэтому, я думаю, мы сегодня с вами начнем выбираться из этой ямы нищеты, из этой ямы бедности. Меня все обижают, и меня это достало. Я буду становиться на ноги. Так, значит, наша деревня называется Колотушкина. Вот, тут Колотушкина 10, это такой красивый домик, но такой домик не для меня. Здравствуйте. Как у вас делишки? Люди относятся ко мне с презрением, да, понимаете? Я ведь ничего плохого никому не желаю, но меня все недолюбливают. Здравствуйте. Так, здесь у нас пункт приема бутылок. Привет, друг. О, вот наконец-то хорошее отношение. Но все-таки это пункт приема бутылок. Сдавай свои бутылки и получай деньги. Окей, видите, мы можем тут сдавать бутылки и зарабатывать на этом рубли. Весьма выгодно. Так, полицейские, я тут просто стою, смотрю, расценки, все дела. Ничего не нарушаю. О, бутылочка. Как? Я просто не понимаю, Катя, ты понимаешь, что мы сейчас реально на улице жить будем? Куда мы сейчас пойдем? Вот куда мы сейчас можем пойти? Давай пойдем на лавочке посидим, подумаем. Ладно, сейчас мусор хотя бы выброшу. Куда ты пойдешь? Иди сюда, Катя. Я к маме поехала обратно. В смысле к маме? А мне ты что предлагаешь, на улице оставаться бомжевать или что? А, блин, ты же А, да, еще я же есть, вот именно. А, ну ладно. Хорошо, буду с тобой пока что. Ладно. Шучу. Пока что ты со мной побудешь. Ты понимаешь, нам с тобой нужно тогда работу какую-то найти. Ну, или бомжами мы с тобой можем стать. Я вот тоже не знаю. Тут уже мы будем выбирать с тобой, что делать. Ты куда идешь? Да я не знаю, иду. Просто по городу погуляю. Я не знаю, что делать сейчас. Но ты понимаешь, что нам нельзя здесь оставаться. Почему это нельзя нам здесь оставаться? Он сказал просто из квартиры выехать. Он же не сказал сваливать с этого города. Ну и где ты сейчас предлагаешь поспать, например? Вот где ты будешь спать? Вот, мост есть, давай под мостом поспим. Вот здесь будем. Вот, здесь как раз-таки никого нет. Вот здесь с тобой будем спать. Первые хотя бы пару дней до того, как работу найдем. Ты понимаешь, что здесь очень много полицейских. Они следят за порядком. Нам нельзя здесь спать. Это же офигенный город. Вот именно, что это офигенный город. Слушай, так у нас реально сейчас даже денег не будет, чтобы жить в этом городе. А тут полицейские прям очень строгие. Если они увидят каких-то бомжей, они сразу их в тюрягу, в обезьянник отправляют. Ты видишь, здесь ни одной мусоринки, ни одной вообще баночки валяющейся. Ничего, здесь чисто. Хорошо, и что ты предлагаешь тогда, что нам делать? Нам здесь жить не вариант, здесь очень дорого. И что, мне сейчас в Португалию отправиться? Да у меня даже денег нет, чтобы билеты себе купить. Они все счета мои банковские заблокировали. Канал забрали. У меня ни карточек кредитных нет. Я бомж, у меня в кармане 0 рублей. У меня ничего в кармане даже нет. Куда мы с тобой отправимся? Друзья, всем привет, с вами Нюкем. И мне нужно вам кое-что признаться. В общем, криптодолина, криптоостров, это все на самом деле... постанова. Да, это все не по-настоящему, мало ли кто не догадался. И вот, друзья, как дела обстоят на самом деле. Вот так вот в реале я выгляжу. Нету никаких у меня дорогих костюмов, никаких миллионов долларов и биткоинов тоже нету. И вот сейчас я вернулся со съемок криптоострова в свою родную стихию, а именно в глубинку, где я живу. Да, это не силиконовая, не крипто, никакая там долина. Это обычная русская глубинка. Вот такая вот тут ситуация. Здорово, с вами я, Жека Полторашка. Ребята, у меня для вас очень печальные новости. Я стал, прости господи, бомжом. Вы можете меня спросить, каким же это образом, Жека, ты стал бомжом? Ты же популярный ютубер, у тебя 3 миллиона подписчиков. Да, было когда-то. Я стал больше никому не интересен. Вот вы только посмотрите, сколько у меня набиралось лайков и просмотров всего лишь-то полгода назад. Неплохо тогда. А теперь посмотрите, сколько у меня набирается сейчас.
Поэтому теперь, ребята, я бомж. Теперь я не супер Жека Майнкрафтер. Теперь я просто Жека Полторашка, который бомж и живет на мусорке. Вот здесь вот я живу, ребята. Прямо вот здесь вот. Вот здесь вот на мусорке я и живу. Лайки больше мне не ставят, ролики мои не смотрят. А что ж такое? Сколько можно? Что я не понимаю? Что вы сейчас? Мы бомжи, мы туда-сюда. Но не переживайте, ребята, не переживайте. У меня появился просто гениальный план, как это все исправить. Я тут купил одну книжку. Ну, точнее, не купил, а на мусорке нашел. Я же бомж. Вот смотрите. Как пить каждый день, курить... Вот, в общем, прикольная книжка, вот, я ее почитал, и теперь, вот тут много всего написано очень, смотрите, прям вот, книжка такая прям полноценная, классная, вот, и я прочитал эту книжку и понял, что нужно с этим заканчивать, нужно переставать быть бомжом и снова становиться популярным майнкрафтером. Собственно, Жека Полторашка решил записать это видео, чтобы показать вам, как же я выживаю последние несколько месяцев. Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала Звездный Мастер. И сегодня, дорогие друзья, я хочу вам рассказать достаточно грустную историю, да, про мою альтернативную жизнь. В общем-то, на самом деле, дорогие друзья, я бомж и живу в этой канализации уже 20 с лишним лет. Вот, но эту историю я хочу поведать вам песней. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. Теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышний дед?